Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 4, пятый сезон «Пропащие обреченные». И, короче, прежде чем мы начнем, такая вот небольшая, так сказать, новость. Я, короче, сделал новую анимацию на своем логотипе. Вот, вы сейчас ее видите на экране, и напишите в комментариях, понравилась она вам или не понравилась. И также я решил, что в следующем году, где-нибудь в феврале где-то, я поменяю интро. Интро поменяю. Ну как поменяю? Логотип останется тот же, музыка на интро тоже останется такая же, но интро будет немного и другое. И фон, ну и оформление там, аутро тоже, титры и вообще оформление канала, короче, поменяется. И, короче говоря, примерно из вот в такого оно превратится в такое. Ну, собственно, сегодня у нас накануне 1 сентября. Снова в школу. Уроков за лето задано еще не было. Поэтому основной вопрос, который интересует школьников на данный момент, во что одеться? А родители чешут репу и думают о том, как не опустошить семейный бюджет к 1 сентября. Кстати, об одежде. Забыл вам сказать, в GTA 4 в оригинальной Ника Белик может одеваться, брать, покупать одежду всякое там. И в магазинах, и дома изменять одежду. В балладе о гей Тони дополнение. В магазине нельзя покупать одежду. Можно одеть одежду из стандартного на... Из встроенного набора. То есть домой приходишь, там несколько вариантов одежды встроенных. Здесь пропащие обреченные нету никакой одежды, кроме вот этой вот основной. Одежду поменять, то есть, нельзя. Короче, с чего мы начнем? Начнем мы, пожалуй, с Джима. Задание Джима. Джиму давай. Оружия у нас не так много, но зато здоровье валом. Бить копа. Эй, Джим, рад тебя видеть. В чем проблема? Угадай, братан. Дело в тех парнях, что нас тормознули. Ну еще бы. Как я понимаю, у нас есть два варианта. Либо мы покупаем здоровенную банку и готовимся продавать жирным копам задницу до конца своей жизни, либо мы едем в клуб, поближе к тому месту, где, я понимаю, они расположились, показываем им, что мы вовсе не слизни зачуханные. Первый вариант это, конечно, лучше, я думаю, второй. Я знал, что ты так скажешь. Веди нас, Джеймс. Покупать им банку и что-то там подавать им постоянно. Вот, что может быть лучше автоматического ствола? О, вот это вообще офигенный пистолет. Это самый лучший пистолет, наверное, из всех, что существует в этой GTA 4 среди всех дополнений. Он, может быть, не самый большой урон наносит, но он очень быстро стреляет, чаще всего стреляет из всех пистолетов. Да ты чё? Ну ты даёшь. Давай, садись быстрее. Да, даёшь. Поехали. Тут ехать-то ерунду какую-то, а ты тормознул что-то. Так, остановимся здесь. Как я выгляжу сзади? Нравится моя заплатка? Подожди здесь минуточку. О, офицеры, как поживаете, блин? Эй, Макрони, жирный бандит, принес нам подарок.
Я уже и забыл, это же глупый вид того парня. Как ты думаешь, он до скольки считать умеет? Короче, ты чем нас порадуешь? Вы что, просили, то и получите? Получаете, засранцы. Ой, господи. Поехали на Тринити. Парни подрулят туда, а мы там устроим им засаду. А, продажные полицейские. Это размером с манго, наверное. Ой-ой-ой, да так неудобно, вы чё? Куда же мы поедем-то? Ну, недалеко, в принципе, это недалеко. Доедем. Мы для них что, ты красная тряпка для быков? Ох, как слава богу, что я не врезался сзади. Ты заплатишь им за пончик и за кафе. Да они, наверное, кричали, да? У вас же пенсия на горизонте, чё вы гоняетесь за нами, блин? Вот уже и приехали практически. Во что же вы, уродцы-то, ввязались, а? Эх. Ну и сейчас мы их загасим с вами, ребята. Это место ничем не лучше других. О, боже. Подкрепление. Все, эти двое уже на том свете. Ой, а чё так много, а? Так, вот эти бочки экономить, я думаю, нужно. Только что-то не попадает. А, нет, попадает. А как он выжил-то? Не понимаю я. А, все, он убит. Так, надо поменять позицию. Да что же она не взрывается-то? Так. А, вон, двое еще остались. Это полицейские, да? На ученые больше. На ученых похож. Этот на ученого больше похож. Так, надо сваливать отсюда. Сейчас они погонятся за нами. Надо валить отсюда. Копы сюда приедут сейчас. Ой-ой-ой. А, все, мы выбрались. Прекрасно, прекрасно. Теперь давайте поедем. Так, давайте навыки посмотрим с вами. Держим. Пак Хелл Пэт. У всех навыки повысились. Так. Окей. Что у нас там по контактам-то? Так, там чит-коды вы, наверное, заметили. Чит-код я использовала. Ладно, сейчас покажу. Чит-код я только использовал для того, чтобы заспаунить одну машину. Так что не переживайте. Не ругайтесь раньше времени. Сейчас я вам покажу эту машину. Сейчас приедем в клуб, и я вам покажу эту машину.
если на мотоцикле ездить не обязательно, будем использовать эту машину. Блин, да что такое, а? А машина-то пропала. Странно. Я же ее тут поставил. Ладно, в общем... Ах, да, друзья, я же вам забыл показать новую машину свою. Я не нашел другого способа, как раздобыть ее без чит-кода. Только с помощью чит-кода я смог получить такой офигенный автомобиль. Он очень прикольный. Логотип ангелов смерти, конечно, и на нем изображен. Но автомобиль прикольный. Очень даже прикольный. Красивые. Действие, противодействие. Ты откуда их взял-то? Да, знаешь, у меня есть один человек, который хочет, чтобы ты меня выиграл. Да ты что, в мире любого дерьма. Билли, главное потянуть руку. Знаешь, ты кем становишься? Ты говноедом. Да ладно? А мне нравится твой стиль. Правда, шутка твоя не очень смешная. О, Джонни, ты знаком с Рэем? Здорово. Рэй Бочино, это мой братан Джонни. Джонни Еврей, как поживаешь? Окажи мне услугу, сделай так, чтобы этот не загремел в тюрьму, этот козел. Ну, по крайней мере, пока он мне не заплатит. До скорого. Че он тебя толкает? Игрушки, мой братан, игрушки. Ладно, давайте пойдем. Куда мы идем? Нанести кое-кому... Билли, слушай, не будь ты засранцем, а? Джонни, ты какой-то напряженный в последнее время. Хочешь поговорить об этом? Может, денек в санатории или клизмы хватит? Клизмы? Че за бред ты несешь? Блин, я не успеваю субтитры иногда читать. Как вот в этот раз получилось. Так, опять воевать с ангелами смерти, да? А, Билли здесь? Я думал, вот это Билли. А тебе никогда не напрягает, что ты ездишь все время, сам не знаю куда? Ну вот он и вожак, Кретина, ты что переживаешь, что за тобой никто не идет? Блин? Да мне было бы не по себе, если бы ты целовал мою задницу дни напролет, Брайан. Так, опять эта эмблема. Все еще качаешься, Билли? Да, вот повсюду таскаю за собой жирную задницу, блин, твою. Ты, походу, с Брайаном перепутал меня. Это он у тебя как прыщ на заднице. Да, Брайан очень сильно лоялен к этому Билли. Доверяет ему гораздо больше, чем этому Джонни. Опа, эмблема. Давайте пополним наше здоровье. Отлично. Брайан, а тебе приходилось срок мотать, а? Ну чего ты молчишь, отвечай. А он сзади, по-моему, нас где-то вообще видит. Да, он. Брайан сзади нас видит. Как насчет поддать газку, Билли? Давай на интерес. Погнали на трибинки. Ну, без проблем. Я вас всех обгоню, это точно. О, я теперь впереди всех еду. Может быть, я когда-нибудь стану вожаком пропащих. И буду всегда так ездить, а? Кто так считает? Стану ли я вожаком пропащих? Ну, и Джонни Клебец, в смысле. За которого мы играем. Я думаю, что станет.
Брайан так и не ответил на вопрос, мотал ли он срок. Ну, наверное, потому что он ехал сзади нас. А я их даже не вижу. Отстали настолько от нас. До сих пор не вижу. А, вон теперь вижу. Но они далеко очень от меня вообще. А я уже приехал. А я приехал уже. Это офигенно, да? Ну где вы там? В том, что я выиграл, нет никакого уважения. Еще и, я все еще твой слуга покорный, блин. На меня тут есть для тебя игрушка одна интересная. Да, как Саш Билл. А что тебе нужно? А что такое? Что? Что с тобой творится, а? Ты о чем? Эти дохляки завалили Джейсона в брокере. Мне казалось, что это был поляк или серб, кто там еще. Нас неверно информировали, братан. Это те самые парни сделали. Они убили нашего кореша, а тебе типа наплевать, что творится. Ты чё, больной, что ли? Эти дохляки убили Джейсон? Да, именно так. Давай, возьми гранату и швырни ее прямо им в окно. Господь прощает Джонни, а вот пропащей нет. Да, аминь, Джонни. Да. Брайан действительно за ним все время ходит. Бросьте гранату в верхнем этаже. О, вот это классная штуковина. Ха-ха-ха-ха, обалдеть. Мы, правда, разозлили их. Но такие вот искры вообще красиво выглядят. Что, дохляки, мы вас разбудили, да? Да, одного выстрела в голову достаточно, чтобы их убить. Это вам за Джейсона. Это целая армия дохляков наступает еще. На самом-то деле... Не они завалили Джейсона, как вы знаете, наверное. Если вы смотрели шестую серию первого сезона. Билли, конечно, все это придумал. Ладно, не буду спойлерить. Наверное, он придумал это для того, чтобы окончательно покончить с дохляками. Так называемые. Так, ладно, я пойду туда. А, это Терри. Он еще. Да, я самый опасный из пропащих, блин. Давайте прямо в это змеиное гнездо пойдем. Ой, я не туда пошел. Походу. Вот же дверь. Они просто оттуда все шли. Надо зачистить весь клуб. Давай, вперед. Не понял, откуда... А, вот кто стреляет по мне. О, зага... Ну-ка, пойдем. Посмотрим, что там. А, тут... Ой, там пожар разгорается. Пойдемте-ка отсюда. Да-да, сейчас. Clubhouse.
Готово. Больше вроде бы никого нет. О, дохляки раздобыли кучу героина. Пакуй его, Джонни. Погоди, я чуть не понял. Мы пришли мстить за Джейсона. Братан, что за фигня? Герочные два лимона, по-моему, вполне может зайти за расплату. Пошли, братан. Мы что, подрежем и героин? Притормози, притормози. Чё? Ладно. Небольшой урок физики, мадапака. Знаешь, Джонни, тебя надо посвятить дело цельнобрежной инерции. Судя в чем крутятся колеса, тем устойчивее твое положение. Чем быстрее мы действуем, тем больше братьев соберутся вместе. Вот почему мы делаем то, что делаем. И именно мы делаем то, что мы делаем. Так что никакой разницы. Мы гоним дальше, сильнее, именно так и остается. Заткнись, Брайан. Что за фигню ты несешь, а? Хорош зависать на идиотских сайтах, а? Посмотри, что ты делаешь с нами вообще. Вот возьмем сейчас это дерьмо, ведь каждый дохляк на восточном побережье будет охотиться за нашим братством. Что ж, заботы, это заботы твоего вожака. Не твои, солдат. Брайан, хватай Герыч, пошли отсюда. Ну, твои заботы, значит. Ну, посмотрим, как ты справишься, блин. Билли. О, у меня здоровья не так уж и много, потому что я не заметил одного дохляка, и он... Ой, да тут пожар, да тут дымит уже все. Ну-ка, если, кстати, выстрелить в телек. Да, он ломается, просто... Сваливаем отсюда. Сейчас сюда еще и копы, наверное, придут. Ой, федералы сюда едут, да, действительно. Не понял, а где мой мотоцикл? А, вот он. Странно, что они проигнорировали нас. А, нет, не проигнорировали. Едем отсюда быстро. А, нет. Все, они от нас отстали. Билли, Джим, Терри, Клей и Брайан. Навыки повышены. Это очень хорошо. Что ж, пока задания что-то не появляются, давайте немного подождем. Ой, мы сами катимся назад. Пока заданий нет. Никаких. Ждем, 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 когда появится. Опа, Билли прислал смс-ку. Найди Лизабет Торрес и поговори с ней. Возможно, ей удастся разрулить ситуацию. Если все окна, иди Брайана на Ичхон Авеню. Ладно, поехали к Элизабет Торрес. Она появлялась во втором сезоне. И теперь она вновь появится в нашем прохождении. В этом дополнении. Не знаю, помните ли вы или нет, кто это. Опа, Джим прислал какую-то смс-ку. А, Джонни, я выслал тебе ссылку на сайт дохляков, зацени. Потом. Не сейчас. Дайте мне сюда бургер. Мне надо срочно поесть. Спасибо. Я должен был срочно пополнить здоровье. Сделка. А, Джонни, плохиш с большим мотоциклом, да? О, Лиз Торрес, самая подлая мадафака в Бахане. Иди сюда. Эй, я тебе не разрешал целовать. Я просто боюсь, что ты всадишь мне нож в спину. Да ты был не первым парнем, с которым я проворачиваю подобный трюк. Да, я в курсе. Так, кстати, тут ходят слухи, как будто у тебя желающие есть на Герыч. Возможно, в Шотлере на Кэсси Стрит есть одна квартирка. Поднимешься на третий этаж и поговоришь с Чарли. А там копы есть? А где их нет-то? Нет, новый паренек, он пойдет с тобой, и он откуда-то из Восточной Европы. Если копы как-то завязали на Чарли, пусть это славянская задница тебе поможет. Но если это он, ты знаешь, что должен делать. Ладно, если бы это ни было, на тебя не выйдет. А ты знаешь плейбоя? Плейбой? А,
Расслабься маленько. Не хочешь потанцевать? Не, я просто посижу и подожду твоего парня. Да, и тут и Playboy X тоже. Вяжешься с кокаином, эти козлы не заставят тебя долго ждать. Эй, Джонни! Иди сюда! Да, Нико, это Джонни. Так вот, у Джонни есть куча героина. Обычно я с такими вещами не связываюсь по работе, но я нашла им покупателя. Мы немного переживаем, ты присмотришь за этой сделкой, чтобы все было окей. О, конечно. Спасибо. Ладно, мне нужно забрать товар, увидимся на месте. Ника Белик. Сейчас будет совместная миссия с Ника Беликом, которую мы с вами выполняли во втором сезоне. А в этот раз мы проходим ее за Джонни Клевица. От лица Джонни Клевица. Довольно интересно. Давайте поедем туда. Но эту поездку я обрежу, поскольку она довольно долгая. А впрочем, какая разница? Я же могу взять такси. Подождите, блин! Да подождите, мать твою. Ой, ладно. Я должен успеть сесть. Притормози-ка. А, там еще и нет никого. Это такси свободно. Никуда не уезжай, подожди. Я кое-что заберу, и мы дальше поедем. Давай, Брайан, давай сюда, что у тебя там? Гони сюда эту дурь. Не понимаю, почему Билли доверил это уладить тебе, а не мне. Ну, почему так? Наверное, вы, евреи, лучше других про сделки разнюхиваете. Разве не так, Джонни? Он не взял тебя, потому что... Лиз Торрес примет тебя за придурка без башки. Давай сюда, Бяку. Увидимся, здоровяк. Почему он едет на фургоне ангелов смерти? Он пропащий же. Хотя у меня тоже на стоянке возле клуба стоит фургон с логотипом ангелов смерти. Жалко, что нету фургона с логотипом пропащий. В GTA 5 есть только такой фургон. Давай на квартиру езжай, блин. Я в курсе, только где ты меня высадил? Ой. Нормально так взял, скинул. О, вот это пушка. Интересная штука. Дождитесь здесь Ника и Плейбоя. Покупатель один азиат по имени Чарли. Как вы в Вьетнаме? Как в кино, золотце. О, здорово, мужик. Эй, ты готов? Да, за дело. Пора браться за дело. Ничто не возвращает жизнь такой, как подожду. Да, давайте это сделаем. Эй, в чем дело, парни? В чем дело? Да ни в чем. Давай, за дело. Героин-то у вас? У вас? Давай быстро. О, так ведь героин у вас с собой, правильно? Это же простой вопрос. Да что с тобой, ты странно себя ведешь как? Да не, я просто хочу убедиться, что героин у вас. Понимаешь? Да что с тобой не так? Пошли отсюда. Полиция Liberty City, стоять, мадафака, я сказал. Да. Покупатель оказался копом. Да, Ника и Плейбой пытаются уйти по желтке. Это засада полиции, оказывается, была. Нет, мне эта пушка не нравится. Я
оставлю то, что у меня сейчас имеется. Так, будем, надо быть осторожным. Вот он, один из них. О, кошмар, как много их. Бежим в тоннель быстро. Надо хотя бы чуток оторваться. Стойте, стойте, остановитесь. Садимся в машину скорее. Так, куда бы нам поехать? В любом случае, нам ехать надо обратно куда-нибудь. Волдерни. Так что поедем туда. А куда? А как там дорога ведет? Нет. Через тоннель не поедем. Отвали, не мешайте мне ехать. Да, есть очень... Да, была, наверное, хорошая идея вылезти через это окно. Так, ладно, будем стараться ехать в ту сторону, где нет копов. Так, значит, теперь едем налево. Так, вроде бы здесь нет. Так, едем тут и не привлекаем внимания. Отлично. Выполнили это задание. Давайте еще одно и хватит. Так, Джонни. Ну что, мы богачи? Богачи? Нет, Билли, нифига. Хуже того, мы теперь под колпаком у полиции. Покупатель оказался копом. О, Джонни, это плохо. Ладно, я перезвоню, когда нарисуется другой покупатель. Мы стремимся к более высокому положению. Тут одному конгрессмену, Тому Стабсу Третьему нужна твоя помощь. Я говорил тебе, что это будет не лишним. Парень в одном из этих дурацких джентльменских клубов Алконквина, там, где... Ну вот ты понял, политики, адвокаты. Куда мы катимся, братан? В следующий раз, когда ты скажешь, что мы делаем грязную работенку для полиции Liberty City? Да, это прямо напротив Либертуани. Сходи к нему, иди как раньше. Так, Стабс. Давайте поедем к нему. Такси, такси, остановись. Мы едем к Томасу Стабсу. Стабс, давай туда. Фу, господи, обалдеть. Ой-ой-ой, осторожно! Блин, у нас, конечно, нет брони. А для этого, я помню, какое сейчас будет задание, нам не помешала бы броня. Вот, он здесь. Политика. У вас назначена встреча? Не, я хотел бы поинтересоваться, как сюда можно вступить. О, прошу прощения. Идея под личием драного торчка таит сердце долбанного реакционера. Не так ли? Вот я и подумал, может, впишусь. Думаю, вам лучше уйти, сэр, пока я не вызвал полицию. Думаю, вам лучше уйти, сэр, пока я... Чувак, 21 век на дворе, ты чё? Я тебе скажу, твоя работа заключается в том, чтобы подтирать задницы сраным этим. И судя по всему, это... Не могли бы вы удалиться, а? Поверь, мужик, я стою и мечтаю об этом, но мне нужно повидаться с Томасом Стабсом. Понимаешь, он назначил встречу здесь. О, мистер Стабс? А что ж вы сразу-то не сказали-то, сэр? Прошу за мной, мистер Стабс в салоне на массаже. Да, действительно, что он сразу не сказал?
О, господи, боже мой. Мистер Сапс, к вам тут джентльмен. О, благодарю, Ливис. И вам спасибо тоже. Стало быть, ты друг Дэвида Гроссмана? О, да, мы старые приятели, очень старинные. Люблю эти старые связи, но могу представить. Так чего вы хотите-то? Ты извинишь нас, сладкая? Это был лучший массаж, что я видел. Или ничуть не оставился я после мучительного чувства вины. О, господи, блин, кошмар какой. Томас Стабс, как вы поживаете? Ну, когда вы спросили, у меня просто под ложечкой засосало, блин. Давай оставим все эмоции и сбросим маски, приятель. Теперь послушай, есть у меня одна проблемка, дружище. Мне казалось, что теперь хирурги с этим запросто справляются. Да довольно шуток. Я не про это говорю. Гроссман говорил, что на вас можно положиться. Гроссман? Да он просто придурок. Слушай, я не собираюсь обманывать твою потенциальность. Я политик. И мне кое-чего не хватает. Доверие, симпатия людей и моих потенциальных избирателей. Я хочу, чтобы они выбрали меня, и чтобы, стоя перед зеркалом, нравился бы себе намного больше. Боже ты мой, какие... И именно поэтому я совершаю добрые дела то здесь, то там. Демократия — это прекрасная штука. И лично я предпочитаю добрую диктатуру без пародий на право выбора. Однако давай оставим политические дискуссии уже, ладно, хорошо? Давайте. Несчастье, один ужасный человек свел мои шансы на переизбирание практически к нулю. А это что, шантаж? Ну, не совсем. Мне нужны его деньги, а он не торопится на тот свет. Что, вы хотите, чтобы я убил вашего отца? О, нет, гадость какая. Как вам такое в голову пришло, а? Мой отец, слава богу, почил много лет назад. Речь идет о моем дяде. Этот лицемерный праведник управляет средствами семейного фонда. Ух ты, как жестоко. Да, примерно так, как арест за торговлю наркотиками за сроком заключения в лет 30, наверное. Я имею в виду тебя и вашу необычную банду. О, я смотрю, вы превосходный политик. О, я в курсе. Стало быть, пришить старого козла надо уже прямо сейчас. Сделай это эффективно. Пусть это выглядит как теракт. Это крайне благотворно скажется на моей компании. На обратном пути Ливис даст тебе пакет. Ах да, Клебец. О, не сомневайся, я такой, какой есть, но кто бы мне помог, я не забываю. Советливый шантажист, очаровательный. Боже ты мой. О, боже ты мой. Это придется закрыть картинкой черной. Сейчас мы подобьем вертолет. Ну, Томас Стабс еще на самом деле довольно странный человек. Хочет, чтобы я убил его родственника. Это... Вот если... Это интересно же. Как бы его дядя, которого нужно убить, к нему отнесся, если бы такое узнал. Вертолет приземляется, найдите способ устранить цель. О, тут правительственные спецагенты, да? Мы выстрелим сейчас. Точку. Цель уничтожена. Нам нужно выбраться теперь из аэропорта, двигайтесь к выходу. Ну, на мотоцикле, надеюсь, это не составит труда. Господи, как висит монитор, а. Так, надо уклоняться еще от полицейских. Будем ехать по траве, потому что там они... Будут ездить только в крайней необходимости, полицейские. Так, едем туда, где... Что нам? Не... Ну, я понял, ты уже говорил, где находится твой человек. Я прям туда и еду.
Очень хорошо, что я взял мотоцикл, потому что он мне просто необходим. Спасибо за помощь. Очень вам благодарен. А, всего 2 звезды? Отлично. Сюда. Ладно, оторваться от них будет очень даже непросто. Ладно, они в любом случае нас заметили. Вот не знаю даже, куда деваться, блин. Ох, ё-моё, вот это полет. Так, бежим отсюда. Будем стараться не попадать в поле зрения полицейских. Надеюсь, по этой дороге они не поедут. А, впрочем, какая разница, мы возьмем машину. Блин, они сейчас увидят меня. Ну-ка, увидят или не увидят? Вроде бы не заметили. А, о, я спрятался в машине, они меня не увидели. Офигенно. Круто получилось. Ладно, на этом, друзья, все. Ну-ка, звонок будет. Слушай, Клебец, порадуй меня хорошими новостями. Мои пиарщики уже накатали прекрасную надгробную речь. Я рад бы вас расстроить. Да нечем, вашего дядюшки больше нету с нами. Для успокоения совести мне остается лишь надеяться, что полное отсутствие человечности в вашей семье. Да, он был человеком из народа. Финансовым, пустозвоном, периодически. О, в общем, типичный Стабс. Спи спокойно, захаживай в наш клуб. Короче, на этом все. С вас лайкос, подписосы, а с меня эпичные видосы. Если кто-то смотрит меня из школьников, желаю вам удачи в учебе, которая начнется завтра. Подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Всем пока.